не было ничего. Приходит такой черт из табакирки. Это «Владивосток 2000» было такой песней, которая ну никак не получалась записи. Более трушной истории нет. Ты выходишь к людям, поешь, и они вместе с тобой. Он уже народный. Осенью 96-го года Илья Лагутенко запишет альбом, который навсегда изменит российскую рок-музыку. И назовет этот альбом «Морская».